Доброе утро. Всем доброе утро. Ой, какой потягушкин. Вот так вот. Во. И типа зевульку чуть-чуть не доделала, да, то как-то. Начала зевать. И остановилась, да? Ой, ты маленькая девчонка. А широкомордый зверь тоже пришел доброе утро желать. А тут кто еще такой валяется посреди подушек на полу? А, у тебя там что-то есть. А что там у тебя есть? Мячик. Ты мячик нашел уже с утра пораньше. Уже играться, зароваться. А тут кто? Кто? Девочка печального образа. Про тебя все говорят, что ты печальная. А у нее просто вот такое выражение мордульки. Она такая задумчивость у нас девочка. Девочка задумчивая, да? А так ее никто не обижает. Да, позевулька наша. Позевулька, милая мордулька. Так, а где мамка? Где мамка этой ляльки? Вот она тоже всем говорит доброго утречка. А шейх наш пострел везде поспел называется. И кусики, и лизнуть, и ко всем подбежать, и все на свете. Ой, у Фионыча уже какие-то дела. Дела и планы, да? Нужно все проверить. Так, кресло надо занять, всех выгнать. Ой, господи, а. Маленькое чудо, микрочудо. Все, а Бусюсик где? Где Бусюсик? Бусинка, доброе утречко всем. А где Донечка еще у нас? Донечка, идем к нам, Донечка. Где Донечка идет? Тирик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, лопаточечками своими. Все заметили, что у тебя шерстка хорошо обросла. Да, опять красоту свою набрала. В полной мере, да. Вот такая красавица стала. Вот он, этот бурундук сразу же рядом, везде рядом. Ну, а мы всем желаем доброго утра, хорошего, прекрасного настроения. И чтоб все задуманные дела у вас получились легко, просто и замечательно. А мы всех целуем и обнимаем.